27 августа комитет Гомель-облимущества проведет очередной аукцион. В Чечерске можно купить здание операторской автогазозаправочной станции. Начальная цена лота понижена на 50% и составляет около 144 тысяч. В деревне Новая Дуброва Октябрьского района продается отделение почтовой связи. Стартовая стоимость уменьшена на 80% и составляет 1500. Следующие торги запланированы на 8 сентября. В Мозыре на торги выставлены три объекта. Административное здание по начальной цене почти 700 тысяч, строение с гаражом и проходной по стартовой стоимости чуть более 160 тысяч и административное здание по начальной цене 156,5 тысяч. В деревне Вишенки Ельского района предлагается купить клуб по стартовой стоимости около 3 тысяч. Кроме того, на аукционные и электронные торги выставлены и другие объекты недвижимости. По вопросам участия в аукционах можно обращаться по номерам телефонов комитета Гомель-облимущества 50-69-49 или 50-66-43.